Сегодня в половине восьмого часа жаркого июльского утра на Эльмаше на улице Совхозной 20 неожиданно вспыхнул склад с 40 тоннами моторного масла, приписанного к ООО «Industry Oil», которое приторговывает у нас в горах немецким маслом 1-0. Ну, это что-то из футбольно-мундиального цикла 1-0. Ну, допустим, так могут сыграть Бельгия-Франция, как вариант, 1-0. Причина масломасляного воспаления пока неизвестна, но факт, что масло горит ярко, мощно, с выделением густого черного дыма, который по причине лютой жары и безветрия стоял столбом над полыхающим складом и был виден издалека. Пожарные екатеринбургского гарнизона по повышенному номеру вызова бросили на утушку масляного склада большие силы и средства. 23 единицы красно-белой техники и 77 бойцов. Поскольку горящее масло водой тушить противопоказано, постольку огнеборцы, как учили, решили красного петуха не замочить, а запенить. Тушение заключалось в высокой пожарной нагрузке в плоском здании хранилось около 40 тонн моторного масла в разрыве, также каменная продукция. Была высокая интенсивность горения, произведили взрывы кучек с маслом, а также создавалась угроза двум соседним складским зданиям. Пока одни спасатели устраивали пенную вечеринку, ну хотя скорее пенный утренник, другие не позволяли огню переброситься на соседние складские помещения и производственный цех завода «Радан», что в 20 метрах от эпицентра воспаления. На этом пожаре, как и на любом другом крупном пожаре, естественно, был развернут штаб пожаротушения. Как заявляли с самого начала МЧСовцы, сил и средств достаточно. Затушка масляного воспаления – это лишь дело времени. Проблем с пенистой водой не возникло. Огнеборцы бросили к очагу воспаления 4 магистральные линии. Одну от пожарного водоема, имеющегося на складской территории, и 3 от пожарных гидрантов длиной 200, 300 и 800 метров. В пиковый момент пожара его площадь составляла 800 квадратов. Дабы контролировать выброс в атмосферу ядовитых веществ, которые теоретически на таком пожаре могли быть, на место выехала передвижная инженерно-химическая лаборатория, и экологи могут выдохнуть. Превышение ПДК по ядам не зафиксировано, что не может не радовать жителей не только Эльмаша, но и всего Стольного Бурга. Невозможно не отметить и не восхититься героизмом наших доблестных огнеборцев. На улице жарище, на пожаре еще хуже, а ведь надо идти в самое пекло бороть огонь. И мужественные спасатели надевали космические жароотражающие костюмы и шли вперед. Что со стороны напоминало покорение Марса, красной планеты. Вот оно, хоть и обновим 74-й. Справиться пожарным с открытым огнем удалось за 3 часа с копейками, ну если учесть, что время – деньги. Уже в 10:46 утра петух был убит, и начались проливка и разборка погибших конструкций. Германское масло в этой гиене огненной сгорело полностью. Ангар погиб безвозвратно. Еще из разрушений можно отметить искореженные жаром окна соседнего цеха завода «Радан». Но в сам цех красного петуха не запустили. И вот типа масло горело, прям были это, видео ездят, там прям взрываются баллоны, прям масло разливается на пол. Вот, то есть, ну, пожарные вообще моментально приехали, потому что рядом. Вот, то есть, тушить сразу же начали. Вот, что еще сказать? Ну, на наше здание немного перекинулось. Вот. Да, что еще сказать? Особо ничего да не происходило, то есть не знали, что тушат, кто начальник типа склада. А собственники-то появлялись? Нет, вот именно с самого начала пожарные ходили, искали собственников, никого не было. И уж каким устрашающим не казался этот масляный пожар, а спасатели все равно победили. Ущерб подбивается, причину воспламенения склада с моторным маслом выясняют эксперты ИПЛ, жертв среди разумных нет.